Челы, заходите на стримы. А, вот этого, кстати, чела уже нет, он был одноразовый, да? Нет, DLC кайф, безусловно, ребят, никто не спорит. Сам кайфую. Сам кайфую. Так, ну чё, поехали? Это оно? Is this, is it? Не знаю, посмотрим, но я думаю, будет интересно. Осколок древа упадка, супер. Наверняка будет какой-то мувик, смотрим. Поехали. Тьма. Итак, let's go. Mongrel intruder. That tarnished, it seemeth. Змеюга. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of life? Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. Skinny boy. In the embrace of Mesmer's flame. Окей, поехали. Так. Интересно. Понял, понял. Камбухи сочные. А, он тоже кастует магию, как его прихвостни. Едрить, это было больно. Через эту штуку нужно прикатываться вперед, по идее. Ага, пошла вторая фаза. I will not suffer. A lord devoid of light. No, mother. Forgive me. Глаз себе выдавил. А, ну достал.
Ну ты безумчик. И лопнул. Глаз-то хрустальный. Там гигазмей, что ли, появился или что? Soon tarnished. Wilt thou be taken in the jaws of the abyssal serpent, shorn of light? Когда там змеи маленькие сочатся, ёпта. Ты ёпта, вот это ваншот. Внезапный ваншот абсолютно. Фляги нет. О, господи. Так, ладно, во второй фазе, конечно, интересные. Интересные мувы происходят. Домой, блядь. Да, ну развалили, конечно, этого малыша. Развалили. Задушили змеича. Да, прикольный босс, прикольный босс. Но мы его что-то быстро как-то развалили. Что-то быстровато мы его, конечно, трахнули, ребята. Быстроватенько. Так, ну хорошо. Какая жестокость. Кем надо быть, чтобы лишить меня единственной цели? Неужели я так слаб, глуп и бездарен? Что у меня отняли даже месть? О, мать, о, дитя, о, возлюбленная жена. Похоже, я не смог отомстить за вас. И ради чего мне теперь сражаться? Так, воспоминания о Месмере Колосажателе, высеченные на древе упадка. Сила этого воина может раскрыться и цепать. Внутри Месмера извивался коварный змей. Чтобы избавить сына от проклятия, мать лишила его глаза и поместила в пустую глазницу печать благодати. Однако страх не отступил, и несчастная женщина решила спрятать свое дитя в царстве тени. Так, копье Колосажателя. Оружие Месмера Колосажателя. Большое копье с лезвием в форме пляшущего племени. Пламени. Приковано кузнецами из царства теней. Чтобы метнуть это копье, выполните простую сильную атаку. Сильную атаку в рывке или сильную атаку верхом. При попадании во врага заряженная атака, копье воспламеняется. Молитва Месмера Колосажателя создает огромную парящую сферу из пламени Месмера. Сфера медленно летит к противнику, затем ударяется о землю и спустя мгновение взрывается. Накопление заряда повышает мощь молитвы.
Месмер ненавидел собственное пламя и раз за разом пытался от него избавиться, но это ему так и не удалось. А, лучина Месмер позволяет сжечь тайное древо. Лучина, которая сгорела внутри Месмера, жуткий артефакт, проглоченный злобным змеем, позволяет сжечь тайное древо, которое, по слухам, можно найти в руинах древней обители Рауха. Месмер, как и его младшая сестра, обладал огненным видением. Давай, Инфинити, давай, удачной работы. Так, ну чё, у нас вот эта новая локация, друзья. Поехали изучать ее. Ну-ка. Да, пиздец, камбуха просто. Миядзаки, наверное, такой сидит. Что-то мы каких-то уродов ебаных создаем, боссы. Давайте по приколу захуярим бегемотика. Чтобы игроки, ну, типа, чтобы прикольно было. Милого бегемотик просто. Все-таки, давайте, мастер Миядзаки. Это будет круто. Так, это что, рыцарь Горнила, что ли? Молот Дивонии. Шлем молота Горнила. Осколок древа упадка. Послание от Дейна. Послание от Леды. Послание Дейна сухого листа, адресованное родственным душам, следующим за Микелой. Мы нашли тайное древо, закрывающее путь. Чтобы его поджечь, нужна особая лучина. Лучина господина Месмера. Послание, адресованное родственным душам, которые следуют за Микелой, оставленные гольщицей Ледой. Дейн передал послание. Тайное дерево находится в древних руинах Рауха. Оно находится за высоким мостом, ведущим с первого этажа хранилища. Я присоединюсь, как только завершу начатое дело. Ёбаный рот. У-ху. Yes, yes, yes. Ой, там какие-то гнусные многоножки красные, да? Слушай, а вот там что-то есть, да? Там же какой-то приколдес, смотрите, а как туда попасть? Кто-нибудь знает? Иди, тут невидимый мост. Ну-ка проверим. Ага. А, вон там даже, смотри, этот камешек стоит. Направить меч в каменных ножнах к свету. Меч света. Ловкость и вера. Е-е. Сила Д. Меч света, извлеченный из каменных ножен у алтаря. Непоколебимые лучи яркого света отражаются друг от друга, придавая форму серебристому клинку. Особый навык свет. Высвободите свет, заключенный в оружии. Поднимите свой меч и выпустите ослепительный свет. Пусть мириады лучей пронзят пространство вокруг. Пиздец, вот этот парень, блядь, с двуручьем. Это просто ебобо какое-то. Отлично. Отлично.
Как тебе Месмер? Прикольный вроде босс, но мы его что-то быстро убили. Я не успел даже ему как-то особо проникнуться. Угу, и отсюда слева, да? А, ну вот, походу. Походу, вот оно. Так, тут у нас лифтецкий. Чё, тут у нас секретный босс болен? Печальнее, когда печной гигант падает так, что его добить нельзя. У меня такое два раза было. Священный танцующий лев. Ага. Реюз контентика. Опа, он призвал этих василисков. Че за нахер? Это проклятый лев. Бля, стакается проклятие! Проклятие на ваши головы! Ну, ему дело. Да ёбаный, блядь, рот! Музыка, конечно, эпик. Питер Петтигрю. 180к душечек. Смерч священного зверя. Так, смерч священного зверя. Призывает смерч, который устремляется вперед. Эта молитва имитирует бурю, которую поднимает танцующий лев. Кружает заклинатель, вызывает смерч, движущийся по прямой траектории. Накопление заряда повышает мощь молитвы. Почти все священные звери были растерзаны, посажены на кол и сожжены в пламени Месмера. Свидетели говорили, что в языках пламени им мерещился погребальный костер, испепеляющий саму башню. Поехали. Ромина цвета цветочных бутонов. Ёлки-палки, скалопендриха. Посмотри на красавицу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой.
Домой. Это было идеально. Воспоминания святой цветочных бутонов. Ну, вроде тоже прикольненький такой босс, но как-то легко атаки доджится довольно, да? Воспоминания о Рамине, святой цветочных бутонов, высеченная на древе упадка. Сила этой героини может открыться чтицы пальцев. Так, окей. На пепелище храма цветочных бутонов Рамина нашла оскверненную частицу божественного и объединила ее с пагубной красной гнилью. Возможно, теперь бутоны вновь обретут силу среди сожженных руин. Так, глифа цветочных бутонов накапливает красную гниль. Колдовство, сила, ловкость. Алая глифа с наклоненным лезвием, очень похожим на бутон. Удары могут вызывать поражение гнилью. Однажды Рамина стояла внутри горящей церкви. Она не проронила ни слова и только глядела на бутон, который сжимался в руках. Этот бутон и стал ее оружием. Гнилые бабочки. Молитва Рамины, святой цветочных бутонов. Выполнив изящный пируэт, призыватель привлекает сон бабочек. При столкновении с врагом бабочки погибают, разбрызгивая гниль, запускает цепную реакцию. Алые бабочки наподобие крыльев богини гнили. После смерти хозяйки они стали служить Рамине, которая даровала им утешение. Какой-то мувсет прикольный, да? Довольно изящно. Довольно изящно. Сжечь тайное древо. Нифига себе, призрачный замок. Или мы его отмываем? Нифига себе, отмыли чисто, смотри. Какой-то второй Фарумазул, как будто бы. Небесный замок Лапута. Телепортировала. Драконий замок СДС. Благодат. Ёлки-палки. Нифига он подоспел. Мужик, ты чё, из таверны только, блядь, к службе пришел? Ах ты, сукин сын, выпивоха, блядь. Я видел, что ты отходил. Не соблюдаешь пост, да? Думал, типа, а кто сюда, сука, может прийти? Какой долбоёб вообще сможет жечь дерево? Зачем мне охранять эту лестницу вонючую? А вот я пришел, как бы, охраняй давай. Я спалил тебя, сукин сын. Так, меч рогатого воина выпустил. Ни хрена. На финального босса надо руну поменять, наверное.
Не знаю. Ядриц. А какие вообще нормальные руны-то есть? Пиздос. Походу это травма максимального разряда. О, господи, блядь. Как же этот трахарь трахает. Как же я по нему, блядь, не попадаю. Кузнечный камень врага 8. Ну и кал. Темпу я прошел DLC, но я еще не все убежал. Спасибо, хуйлазы, спасибо. Спасибо, красавчик. Прошел, молодец. О. Осколок древа упадка. Блин, надо еще один осколок. Надо еще один осколок, ребята. Как Рикви сюда попал? Это финальный лог игры. Попал сюда после боссов последних. Ядрить. Он бешеный, он дикий. Он бешеный, он дикий. Бегите все, глупцы. Ни хрена! Вот это атака, бля. Мне пизда. О, повезло, повезло. Двуручник рогатого воина. Фу. Так, изогнутый меч рогатых воинов, стражей башни. Этот тяжелый клинок определенно придется по душе любителям покрасоваться. Оружие украшено декоративными витыми рогами, которые служат для призыва силы рога. Зов рога буря. Покройте лезвие оружия причудливыми рогами, а затем призовите воронку смерчи, ранящую врагов. Дополнительный удар позволяет выполнить до двух последующих атак. Как думаешь, сколько у них стамины? Я думаю, что бесконечно. Не... ограниченное количество стаминки этих чертов. Блин, ну вот они специально так делают, да? Ты деду давал свиток? Да, давал. За ваше здоровье. Ну вот два последних я, видимо, пропустил где-то. Сегодня ЗП. Так, ну тут что-то происходит. Ща, я, наверное, все-таки кадушки-то потрачу. О, так и знала, что встречу тебя здесь. Давненько мы не виделись. Не Микела великодушно вел тебя, так ведь? Это было древо Эрт. Чтобы ты мог обрести власть. Зачем же всех собрали в этих краях? Полагаю, таков замысел его святейшества, или, быть может, древо Эрт. Столкнуть всех избранных владык, чтобы один из них одержал верх? Да будет так. Если ты требуешь встречи с Микелой Милосердным, я убью тебя и не посмотрю на то, кем ты являешься. Это сейчас заруба будет, что ли? Это призвать этих чертов, да? Откликнуться на зов игольщицы Леда и ее союзников.
Так, ну погнали. Мы в соло. Мы в соляру. Без помощников. Не смей приближаться к Микеле Милосердному. Игольщица Леда, Дейн, Сухой Лист и наши союзники не подпустят тебя к нему. Фрея. The time has come and so am I. Let's make it something to remember. Мур, бля, нихуя он ебанутый. Где кувшин? Красный гнев, ебать. Попит, да? Попит сквиш, сука. Так, ну ладненько, три черта в конце жестких. Надо сейчас поставить эти темки, пилюльки, наверное, отгнилим. Бля, без фляг. Давай, Мур. Домой нахуй. Forever. Меч Леды. Мур погиб. Так, ну чё, все возвращаются в домашний мир, так сказать. В качестве домовых. Выглядит так, словно Реквик главный злодей, его пытаются победить. Колокольная сфера Мура, большой щит из зеленой меди, фулл сет. Двуручник Фреи, фулл доспех Фреи. Фалькс, маска из гусениц. Окей. Поехали. My loyal blade and champion of the festival.
Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored, and my lord brother's soul will return, so that he may be my consort. General Radahn. Не гнилой, а молодой. Сейчас прилетит нам. Он, как говорится, дама хороший. Ага, шипами ёбнул. Ладно, поехали. Ох ты, блядь. Чё, в конце типа вот эта завершающая атака, да? Сукин сын, блядь. Не совсем вот еще понятно, как с этим полем бороться, если он тебя притянул, да, к себе. То как вот это поле задолжить, потому что там вроде бы супер долго оно работает. Простой перекат даже в самый тайминг не спасает, как будто бы. Вот эта вот хуйня, как ее пережить-то, блядь? Как ее пережить, интересно, если ты... Ну, если ты уже, так сказать, притянулся. Злющий, сука. Lord brother. At long last you are returned. Tarnished one. Aspiring lord of the old order. If you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us. To I, Mikala. Mikala. And my promised consort, Radahn. Ебать, ядерку ёбнул.
Это пиздец, нахуй. Просто ядерку захуярил. Просто ядеркой ёбнул. Это жестко. Ах ты, сука. Босс прикольный, но ему кабана не хватает. Да. Нормально. От ядерки как будто не всегда убежишь. Не, взрыв возможно задоджить. Я его в первый раз задоджил, но это прям нужно походу сразу. Блять. Пообещай мою залупу себе в рот. Да пиздец. Сука. То есть его, конечно, атаки с подходом, с подшагом вперед. Неприятные. Ебану, вот это пиздец полный. То, что он бьет так по 10 тысяч раз, это, конечно, жестко какая-то, по еботину. Как от этого уклоняться, я вообще пока не понимаю. От его 10-тонных ударов. Блять, эти ебаные, конечно, флешки перед глазами супер мешают. Просто флешбэнги, блядь, перед глазами, из-за которых нихуя не видно, какую атаку он делает вообще. Я в ахуе. Бля, то, что... Меня больше всего бесит, короче, вот эти атаки, в которых он ебашит по 5 раз. Когда он ебашит по 5 раз. Тебе нужно... Они... Вот эти фантомы, которые как бы ебашат по 5 раз, они не особо много дамажат, но они тебя сбивают немного. Да пизда, блядь. Как от этой хуйни доджить-то, ебать? Ебаный просто рот. Чего, блядь? Ебать, меня смело просто с фул хп. Блядь. Еще арена, нахуй, как обычно. Вроде большая арена, а по факту из-за того, что босс постоянно, блядь, по 50 атак тебя вперед продвигает. Вот, или назад. Все время, блядь, упираешься в стены, нахуй. Ах, сука. Фу. Подбешивает, что вот это световое говно тебя преимущественно всегда дамажит, как бы. То есть ты типа доджишь от атаки его, но тебя задевают вот эти световые столбы почти всегда. Блять, как меня, сука, ебаное, блять, говно. Как меня сбивают эти фантомы какие-то, просто пиздец. Меня вот эти фантомы ебаные сбивают, и из-за этого ты не можешь ни подбежать к нему, ни выпить флягу, ни, блядь, перекатиться, они тебя постоянно, сука, сбивают. Это просто гондонство какое-то. Ну это пиздец, как нахуй? Как нахуй, блядь, не задевать-то этих фантомов?
Проблема в том, что они как бы не особо сильно дамажат, но они все-таки, блядь, дамажат. И, соответственно, они по чуть-чуть стакуют тебе дэмэдж, и тебе нужно как бы хилиться, чтобы тебя следующими атаками не ваншотало. Но если ты хилишься, то у тебя, блядь, нет времени вообще атаковать никакого. Я нахуй не понимаю, блядь, порой. Как от этой хуйни уклониться, в принципе? Это просто какой-то пиздец. Как от этой хуйни уклониться, кроме как каким-то судорожным спамом ролла? Как будто бы, блядь, вообще никак. Просто спамить ролл и молиться разве что. Сука, ебездец, как меня раздражают эти флешки. Во-первых, они станут, во-вторых, нихуя не видно просто из-за этих флешек. Да, эти флешки, это очень раздражающая, конечно, темка. Блядь, что-то персонаж не прыгает нахуй, что-то кнопки, блядь... Порой как будто буфер наебывает меня, это пиздец. Уже два раза персонаж, блядь, вместо прыжковой атаки просто бьет. Да куда бьешь-то, блядь? Ну куда, сука, ебаное говно, ну пиздец. Схуя ли он бьет по два раза? Ну пиздец, ебаный буфер наебывает на этом боссе. Просто наебывает, блядь. Ну я не бью два раза, сука, никак. Как же заебало это говно, что по два раза он тут бьет. Это просто пиздец. Мне пизда. Вот как эту хуйню гарантированно задоджить, чтобы не получить урона, вот когда он приземляется после шаров? Каким образом? Блять, вот сбивают эти ебаные хуёвины. Блять, как же эти, блять, лазеры ебучие просто... Как же они, сука, мешают во второй фазе, это просто ебаный кошмар. Блять, ну какой урон ебаный. Сука, одного удара не хватило. Ладно, нормас. Не понимаю просто, ну вот, как некоторые атаки в принципе, блядь, доджить. Типа фантомы тебя подстагеривают постоянно. И пока ты под стагером, ты, блядь, во-первых, нихуя не понимаешь, когда произойдет финальная атака, которая наносит там где-то, ну нормально так вот снимает, вот столько, блядь. Потом еще после этой атаки идут другие камбухи. И как вот это все, блядь, доджить? Я просто, ну, я реально не понимаю, каким образом это доджить. Я понял, что еще визуально здесь пиздец как неприятно. В этом босс-файте, помимо... По сравнению с первой фазой, во второй фазе визуально пиздец как неприятно не только свечение его вот этих вот лучей, да, но и его грива ебаная, вот эта белая. Из-за того, что она становится белой, нихуя не видно почему-то половину атак. Она просто ебет глаза, вот эта белая грива.
Я, блядь, перекатился же! Наёб, это наебалово. Я перекатился, сука. Он во время переката заграбил. Это наебалово было чистейшей воды. Бля, надо пойти глаза умыть, это пиздец. Я что-то реально, у меня что-то перед глазами одни вспышки. Я что-то нихуя не вижу. Сейчас, погодите, сейчас приду. Умоюсь, что-то очень хуёво глазам. Да, это пиздец, глаза просто, сука, краснющие от этого босса, долбоёба. Надо его побыстрее уже отъебать и, так сказать... Это жестко. Блять, два раза опять бьет. Сука, он, ну опять он два раза бьет, ну опять. Бля, эта фаза не была бы такой хуёвой, если бы не волосы этого Микелы, серьезно. Вот я серьезно говорю. Похуй даже на все, на всех этих фантомов. Волосы Микелы просто загораживают все, блять, тело этого ебучего Радана, и нихуя не видно, какую атаку он делает. Они загораживают, блять, его мечи. Я даже не могу видеть, типа, какую атаку он делает. Не видно тайминга, блять. Ну опять бьет два раза, блять. На одних и тех же ебаных атаках, сука, почему это, блядь, так работает-то, ебаный стыд. Ну опять он бьет два раза, блядь, когда я не нажимаю два раза бить, ну это пиздец какой-то. Охуенно просто, просто охуенно, блядь. Я не знаю почему, может это и не из-за падения фпсов, но, блядь, просто бесячая тема, конечно. Да ебать. Как же это поеботину все сбивает. Кошмар какой-то, блядь. Thank you.
Прыжка нет почему-то, блядь. Где прыжок? Прыжок не работает, нихуя. Не успеваю. Ну ладно, пуля. Да в смысле? Как-то? Я же идеально начал убегать. Блять, я не бил два раза сейчас. Я не бил нахуй сейчас два раза. Клянусь, блять, ну клянусь. Я же не уебок, долбоеб. Ну пиздец, ну блять, Миядзаки, пофиг свою хуету. Ну это пиздец какой-то, как, блядь, много здесь вот неприятных моментов. О, господи, блядь. Такой победный трейд с такой хуйнёй произошёл просто, раздражающий. Босс нормальный, но раздражает на второй фазе много. Да, в принципе, вот на этом боссе раздражает то, что, блядь, почему-то персонаж сам атакует по два раза, блядь, когда его не просят. Это пиздец, это самое бесячее, что здесь есть. Ну такой, типа, неплохой босс, но явно не топ-1 этого DLC для меня. Первая фаза окей, с первой фазы вообще проблем нет, первая фаза охуенная. Но во второй фазе бесит вот его волосы белые, которые просто закрывают пол ебала на экране. Вспышки какие-то постоянные, от которых глаза вытекают. Это кошмар просто ужасный. Так, венец света мы получили, да? Ну это просто его воспоминания, типа, и все. Этот венец света украшал голову Микелы, когда тот вернулся в этот мир в божественном облике. Сияние уже начало меркнуть. Слегка повышает интеллект, веру и колдовство, а также увеличивает мощь света Микелы. Венец света должен был лечь в основу эры милосердия, о которой так мечтал Микелы, если бы она наступила.
Ну, это даже как будто не концовка, это просто типа... Просто, да, что-то как-то... Воспоминание... Тускловатое какое-то. Ну, концовка такая, конечно, смазанная. В том плане, что можно было бы какой-нибудь... Мув... Ну, прикольный мувик замутить, да? Воспоминания Родане, консорте Микелы, высеченные на древе упадка. Сила этого героя так. Еще ребенком Микелы разглядел в Родане выдающиеся лидерские качества. Его сильный и добрый брат являл собой полную противоположность изуродованным близнецам. Тогда Микелы воображал, что однажды именно Родан станет его королем-консортом. Двуручник Родана, повелитель, двуручник Родана легкий. Чё? Двуручные мечи из черной стали, принадлежавшие молодому Родану, украшенные изображением львиной гривы. Они были у Родана, когда он держал победу над звездами. Это мечи повелителя, которые полагаются не только на силу и гравитацию. Будущий консорт. Допитайте два двуручных меча светом Микелы, а затем создайте сияющие столбы и нанесите врагу рубящий удар. Можно провести до двух дополнительных атак. Отличаются они обилкой, да? Стремительный удар. Примите световую форму и прыгните вперед, чтобы быстро ударить врага сверху вниз. Можно провести серию атак. Зарядите навык, чтобы увеличить урон и количество дополнительных атак. Вера 72. Свет Микелы. Эта молитва воплощает силу Микелы после его божественного возвращения. Создает столб света, уничтожающий врагов. Микелы стремился объять все, что было и будет, но нашелся некто, кто отверг его объятия. И это неудивительно, ведь миру нужно лишь одно божество и только один король-консорт.